Взаимодействие органов местного самоуправления Чувашии с контрольно-надзорными органами нельзя назвать гармоничным. К такому выводу пришли участники совещания по вопросам межведомственного взаимодействия. На 1 декабря 2014 года, по данным органов местного самоуправления, количество запросов надзорных органов по документам, находящимся в публичном доступе, интернете и так далее, к органам местного самоуправления составило 120 запросов. В то же время, вот, показано в динамике, на этот же период 2013 года, таких запросов было 163. Вместе с тем, количество запросов самоуправления по-прежнему большое. Зачастую ответить на запрос требуется в день его получения. Этот факт сильно тормозит рабочий процесс. Ведь помимо ответов на запросы от Роспотребнадзора и МЧС, у представителей исполнительной власти еще очень много работы. Особенно к концу года, подчеркнул Станислав Николаев. В ходе заседания были обнаружены некоторые нестыковки в отчетных докладах представителей Совета муниципальных образований и контрольно-надзорных органов. Глава республики поручил представителям ведомств немедленно решить возникшую проблему, чтобы не возникало разночтений. Должность занимаете, а ничего не делаете. В течение там месяца согласуйте все эти формы, чтобы вот этих споров вообще не возникало. Потому что отчитываетесь, они, соответственно, по своей линии, вы по своей линии, а потом будут сводить на уровне федерального центра по ведомствам. Помимо прочего, обсудили и проблемы частного характера. Так, в Вальковском и Брестинском районах в ходе проверок был обнаружен ряд нарушений. Ущерб под которых составляет 126 миллионов рублей. Глава администрации муниципалитетов обещали наказать виновных и устранить нарушения до февраля 2015 года. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.